Вот я примерно на 3-4 фунта где-то это купил. Поэтому в данной ситуации пища, она не резко не отличается от европейской пищи. И, в общем, так сказать, европейцу она по вкусу. Это сыр, это сыр, это вот что-то из фасоли, это картошка. Но это вегетарианский сыр, это морковь и так далее. Очень-очень вкусно и, так сказать, достаточно недорого.